Владимир. К сожалению, сегодня я единственный представитель города Владимира. Это связано со спецификой работы онлайн, потому что в основном моя команда находится в разных городах и даже странах. Вот. Сегодня мне хотелось бы, конечно, поговорить, как мы и зачем мы продвигаем рисковалку продукцию именно онлайн. Ну, вот это моя семья, я вообще врач по профессии, и я врач-психиатр, и, в принципе, к красоте, к косметике не имею никакого отношения. У меня двое замечательных детей, вот это мои непосредственные спонсоры, Ольга Власова, организатор нашего интернет-проекта, и Анна Инициативская, структура которой мы все входим, исполнительный директор. И хотелось бы буквально пару слов сказать именно об этой фотографии. Фотография с Магнусом Бренстромом. Это человек, с которым я очень сильно хотела сфотографироваться. Очень сильно. Вы не представляете? На банкете директоров я ходила за своим спонсором, наверное, в течение часа и просила, ну помоги мне попасть в VIP-зону, чтобы сфотографироваться с ним. А все почему? Потому что год назад, создавая свой коллаж мечты, в секторе, где нужно было разместить человека, который может мне помочь в бизнесе, я разместила именно его фото. И я не могла уехать с банкета без фотографии с Магнусом. И вообще, как он мне может помочь? Как? Конечно же, эта фотография с президентом компании помогает мне в продвижении меня как личного бренда компании Reflect, но я знаю, что на одном из форумов Магнус говорил именно о важности продвижения комплексного ухода за кожей. И именно эта мысль и помогает нам в нашей работе. Какие темы сегодня хотелось бы, конечно, затронуть? Это актуальность для меня, цель продвижения, принципы и методы, которые мы используем, и рассказать о результате. Почему тема актуальна? Онлайн очень многие лидеры сталкиваются с тем, что новичкам сложно делать личный товарооборот. Мы акцентируем именно на бизнес. И когда мы говорим человеку о каких-то продажах, здесь у нас возникают некоторые проблемы. Цель продвижения. Соответственно, мы человеку должны объяснить, как он, не продавая, может делать свой собственный личный товарооборот. Также это развитие лояльности к продукции. Многие знают и онлайн, и офлайн, кто работает, что почему-то у людей, у некоторых есть такое мнение, что Oriflame некачественная продукция. И мы стараемся именно продвижением продукции более эффективной доказать, что это не так. И, соответственно, цель любого продвижения – это увеличение среднего балла в наших структурах. Какие принципы мы используем? Во-первых, это фиксация на одном продукте или какой-то системе. Мы не говорим об Oriflame в целом. Если мы о чем-то говорим, мы говорим о конкретном проблеме, о конкретном продукте. Wellness, например, или там серия Novage. Если у нас идет занятие, мы говорим о чем-то конкретном. Я расскажу в дальнейшем, как этот принцип прослеживается во всех методах. И постоянная информация. И это действительно, наверное, главный принцип в работе и онлайн, и офлайн. Мы постоянно должны говорить на эту тему, постоянно давать людям информацию. И какие же есть методы, какие у нас существуют, для чего они вообще нужны? Для того, чтобы научить новичка как можно быстрее выполнять свой личный товарооборот в 150-200 баллов бонуса, чтобы новичок быстрее видел результат своей деятельности, то есть видел доход. Осенью, когда я поняла вот эту вот мысль, 150, у меня просто засел в голове 150, да, многие строят потребительские структуры, но потребительская структура это не по 20, то есть это вообще неэффективно, люди не видят денег. Нужно, чтобы каждый делал 150. И тогда была запущена группа ускоренного роста, я была как мотиватор, как, в общем-то, идейный такой лидер. Конечно, мне помогали мои спонсоры, но расскажу, что она мне дала. Осенью была запущена. Во-первых, это первая встреча с новичком после регистрации. Здесь обязательно проходит у нас общение
Не думайте, что мы в интернете только переписываемся. Мы очень тесно общаемся по скайпу с помощью других мессенджеров. То есть здесь важно живое общение. И мы наверху показываем кусочек информационного листа, где мы показываем все преимущества, которые вы можете получить, сделав 150 баллов. Во-первых, это прохождение первого шага стартовой программы. Какие вы, соответственно, знаете, какие бонусы он может получить. Дальше. Бонус премьер-клуба. Тоже 816 рублей. Новичок, который только-только пришел в бизнес, свои первые деньги может заработать. И выход на первую ступень карьерной лестницы. Соответственно, объемную скидку мы ему тоже показываем. И здесь наша задача еще и показать вот этой стрелкой, я тут провела, что вот эта цифра 3% может меняться в зависимости от того, как он начнет рекрутировать. И эта сумма, 165 рублей, может очень быстро расти. И было разработано видео, оно есть на моем канале, такой небольшой видеоролик, в котором мы показываем преимущества, когда каждый человек в команде делает 150 баллов. Именно фокус на 150 баллов, я уже говорила, мы фокусируем на чем-то одном. И здесь шел фокус именно на 150 баллов. Но рекрутирование никуда не девается, потому что вы знаете, что без рекрутинга нет бизнеса. И вот примерная схема, как можно за 6 каталогов стать бриллиантовым директором компании Reflame. Дальше. На первой же встрече после регистрации мы новичку продаем нашу систему работы. Мы продаем wellness. Продаем комплексный уход. Мы рассказываем о том, что новичок может здесь получить. Он может научиться ухаживать за собой. Он может научиться профилактировать какие-то свои заболевания. Мы всегда рассказываем, например, про wellness и говорим, что да, продукция дорогостоящая, но вы можете пройти стартовую программу. Здесь уже идет продажа стартовой программы компании. И получить wellness-пэк практически в подарок. Попробовать на себе. И новички очень многие именно хотят получить wellness-пэк и идут по шагам и делают 100 и более баллов. Дальше. У нас в компании, в нашем проекте существует своя Академия красоты. Она у нас проходит один раз в неделю в виде открытого вебинара, на который наши партнеры могут пригласить всех своих знакомых, всех своих зарегистрированных и незарегистрированных консультантов, где рассказывается, ну, это такой ликбез по уходу за собой. Подробно я расскажу дальше. Почему открытый вебинар? Потому что, ну, это, наверное, больше относится к офлайн. Вы знаете, что очень много людей приходит на продукт. И здесь та же ситуация. Человек может прийти на продукт и зарегистрироваться, чтобы, например, покупать со скидкой. Может быть, кто-то рассмотрит и идею бизнеса в дальнейшем. А кто-то просто станет лояльным покупателем своего товарища и будет приносить ему личный товарооборот. Дальше. Есть у нас обязательно Академия Wellness. Она тоже проходит один раз в неделю. Тоже открытый вебинар. Веду его я и еще директора наши, которые есть у нас в проекте. Я со стороны такого специалиста, да, то есть медицина всегда со мной. И наши директора — это практики, которые худелись в wellness, которые действительно оздоравливались в wellness, и они рассказывают именно свой опыт, делятся своим опытом. Обязательно у нас есть система чатов и обязательно рассылка. Но скажу сразу, те, кто еще в принципе не пользуется каким-то из этих методов, рассылка — это наименее эффективный метод распространения информации, наименее эффективный, потому что, да, сейчас через специальный сайт можно очень удобно распространять информацию по своей структуре, но многие даже не открывают эти письма, которые им приходят на почту. Кстати, проблема еще такая есть, что письма Reflame попадают в спам, а люди просто чистят эту папку и все. Дальше, поподробнее о Академии красоты. Это действительно профессиональные вебинары, но в каком плане? Мы не рассказываем о составе. Мы не рассказываем о том, какие-то там супернаучные достижения. Мы рассказываем о практике. Ведет у нас тоже профессионал своего дела, директор компании Reflame, которая
прошла очень много офлайн, именно занималась мастер-классами, проведением мастер-классов, и она рассказывает с этой точки зрения. Обязательно выделяются темы конкретные, я уже говорила, мы фокусируем на чем-то одном. Вот у нас есть тема «Уход летом», и мы рассказываем конкретно, как комплексный уход можно сделать для вашей кожи летом. То же самое «Уход зимой», продукты разных серий, и всегда мы рассказываем, проводя линию через всю тему именно о комплексном уходе, начиная от очищения и заканчивая увлажнением. Конечно, у нас составляется план вебинаров на месяц, иногда темы могут отличаться. Бывает так, что приходят новички с определенными вопросами и возражениями, и мы понимаем, что необходимо вот именно, чтобы им ответить на их вопрос, провести дополнительный вебинар по какой-то определенной теме. Например, пришел человек, там, или несколько так бывает, что у всех аллергия вдруг возникла. И мы, естественно, придумали тему «Уход именно при аллергии». Комплексный уход при аллергичной коже. Так, обязательно здесь нужно говорить, что очень многое, 80% зависит от того, как мы ухаживаем за нашей кожей. Очень много людей, я даже не знала, я была удивлена, когда начала именно сталкиваться с этой темой, когда начала общаться с людьми на тему красоты вот с собой, что многие мне говорят, я умываюсь водой, я боюсь испортить свое лицо. У меня очень хорошая кожа, вот у кого такое было? Детским мылом, детским кремом пользуются. Более того, многие говорят, ну немного есть такие экземпляры, которые говорят, я пользуюсь хозяйственным мылом. Вот. У меня аллергия, у меня аллергия, я поэтому пользуюсь хозяйственным мылом. Здесь нужно человеку объяснить, что цепочку нужно немножечко поменять местами. У тебя аллергия, потому что ты пользуешься хозяйственным мылом. Вот. Эти академии дают очень хороший результат. Естественно, провести академию раз в неделю, и все, мало. Где-то мы даем задание, например, подобрать под свою кожу, исходя из темы, определенную серию, которая есть в нашем каталоге. И об этом идет потом на обсуждение в чатах, я тоже скажу. Академия Wellness. Тоже выделяются отдельные темы. Мы не рассказываем о Wellness в целом. Мы рассказываем, каждая тема у нас – это отдельный продукт. Причем даже выделяются под темы. Например, может быть тема «Коктейль», где идет общая информация о коктейлях. Дальше следующая тема – «Дефицит белка и последствия». И это моя вообще тоже тема. В принципе, тут чего-то такого профессионализма какого-то, чтобы рассказать об этом, не нужно. Есть огромное количество страшных картинок в интернете, которые вы просто показываете людям. Например, о детях в Африке, которые не получают белок, и у них появляется асцит, это отек живота. То есть худые, истощенные дети с огромным животом – это не дети, которые так поправились локально, вот, а именно те дети, которые не получают белок. Вы тоже можете. Люди любят больше вот такие страшные примеры, чтобы вызвать эмоциональный взрыв какой-то в себе, и тогда они начинают задумываться. Астаксантин – тоже самое, отдельная тема. Wellness Pack – отдельная тема. Отдельно мы разграничиваем омега для взрослых, омега для детей. Мы не путаем эти две темы, потому что у взрослых и у детей разные проблемы. Если взрослым мы чаще всего рекомендуем омегу при уже каких-то проблемах, например, при заболевании сердечно-сосудистой системы, то омегу для детей мы рекомендуем чаще всего, мама там так рассказывает, для профилактики чего-либо. Потому что даже если у мамы проблемный ребенок, она никогда не скажет, что у нее проблемный ребенок, потому что у него дефицит омега-3 там, или еще чего-либо. Она никогда так не скажет. Она скажет, с моим ребенком все хорошо, это просто у него такой характер. Но в связи с этим тоже я разработала отдельную тему «Гиперактивный ребенок, как помочь». Очень часто, и многие мамы просто не понимают этого, что действительно гиперактивность, гипервозбудимость связана с генетической нехваткой омега-3 в нашем организме. Дальше. Конструктор питания. Тоже ведут мои коллеги, директора.
здесь уже на несколько вебинаров у нас разбита эта тема, где идут конкретные задания. Рассчитать количество воды, необходимое вам. Разработать ваше меню, исходя из индекса массы тела и ваших предпочтений в том, как вы хотите выглядеть. А здесь идут задания и уже выполнение заданий в чатах. То есть, как вы поняли, у нас каждая академия привязана к какому-то чату. Дальше. Самая моя любимая тема, на которой я говорю, зачем, как вообще вам wellness может помочь? Потому что многие люди скажут, ну ладно, я там не понимаю, зачем. Ну да, может быть, когда-нибудь куплю. То есть нужно говорить о том, почему человек должен купить сейчас. Именно сегодня он должен купить этот продукт. Это моя тема wellness и бизнес. Вот такую табличку, может быть, не очень она красивая, но, в общем-то, я придумала такую табличку, где я показываю, как человек, который пришел с нулем в кармане, может заработать без продаж. Точнее говоря, уйти от продаж, перейти на wellness и купить wellness абсолютно бесплатно. Вот смотрите, ну, мы показываем, что сделав 150 баллов, то есть первый каталог – это продажи на 150 баллов. Себе человек ничего не покупает, то есть стоит ноль. Он ничего не купил, ничего не потратил, потому что многие к нам приходят и говорят, у вас вложение, у вас нужно что-то покупать. И мы показываем, сделай продажи первый каталог. Например, продай на Wage. За 21 день продать один набор на Wage несложно. Есть тоже инструментов, множество, с помощью которых вы можете это сделать онлайн. Даже не надо там идти по соседям, по знакомым. Вы видели, да, сейчас примеры были, что продают и по 20, и по 30 наборов за каталог. Мы показываем, что человек получит торговую прибыль около 2000 рублей. Мы показываем, что человек получает скидку, бонус премьер-клуба и объемную скидку, примерно 800 рублей. Во второй каталог он может уменьшить объем продаж и продать, например, True Perfection. И здесь уже будет, конечно, меньше торговая прибыль, но она все равно будет. То есть человек в плюсе. В этот каталог он уже может позволить себе взять wellness pack. И уже за это ничего не заплатит. Потому что у него сертификат и торговая прибыль. В третий каталог он может забрать заказ всего на 25 баллов. Родственники, наверное, уже узнают о том, что он в Oriflame, и закажут ему средства личной гигиены. И здесь уже, смотрите, какая штука. Торговой прибыли нет, если считать по выгодам, то есть здесь даже минус у него будет. Но у него остается торговая прибыль двух каталогов, у него остается бонус премьер-клуба, у него остается объемная скидка, и он... У него продажи и 50 wellness pack в сумме 150 баллов. Понятно? Вот эта схема. Сделав два каталога. Сделав два каталога подряд по 150 баллов, у него есть преимущество, и он может взять себе коктейль за 50%. Может взять себе wellness pack и, например, супругу wellness pack или супруге. В сумме, посмотрите, 125 баллов будет стоить его комплект wellness. Я так называю базовый комплект wellness. Почему? Почему он на него потратит деньги? У него есть бонус премьер-клуба, у него есть объемная скидка, и у него есть торговая прибыль, которую он получил раньше. Мы учим мыслить как предприниматели. Предприниматель в традиционном бизнесе пришел, вложил деньги, которым взял, например, кредит, и пытается их отработать, отбить. Здесь человек может вот этот вот стартовый капитал заработать. Первые два каталога. Он своих денег не заработает. Да. Кто-то скажет, а денег нет, а их и так нет.
Их и так нет. Если мы говорим про большой бизнес, про большой бизнес компании Reflame, быстрых денег нет. Научить человека делать 1000 баллов, я думаю, что это непросто. Сразу человек придет и сделает 1000 баллов для того, чтобы заработать плохие деньги от продаж. Вот. Поэтому мы показываем онлайн такой путь. Есть вопросы? И смотрите, получается, что если вот это все взять, суммировать, человек затратит 800 рублей. 800 рублей он своих потратит. И эти 800 рублей ему вернутся в виде объемной скидки в Liverpool, следующий каталог. Но, опять же, тут важно человеку показать вот эту цифру. Рекрутинг. То есть он может вернуть больше. Затратить 800, а вернуть больше. А надо говорить постоянно об этом. У нас, если вот говорить именно про вебинары, то у нас тема wellness и бизнес идет примерно через 3-4 темы. Мы 3-4 темы какие-то общие прошли, у нас тема wellness и бизнес. Сразу мало кто понимает, вот эта табличка у меня только родилась, наверное, с 5-го раза. Дай Бог, Леполь не сможет изъехать. Еще очень важный момент, если говорить и про Академию красоты, и про Академию wellness. Здесь, конечно же, нужно как минимум найти в своих структурах, лидеров, которые будут и смогут эту тему развивать. Это не обязательно должны быть профессионалы, например, там, косметологи или врачи. Это совершенно не обязательно. А если у вас нет такого лидера, если вы не знаете, вот, с кого начать, да, кого привлечь к проведению вот, там, тех же вебинаров или в офисе вот, таких вот встреч, то начните, конечно, с себя. Станьте сами лидером, именно профессионалом в этой теме. Как, например, стать профессионалом в теме Awage? Как вы думаете? Купить для себя сначала комплекс. Получить результат. Да. Посмотреть, как получить результат? Набрать тестовую группу или что? Самому пользоваться, конечно. Вот опять же такой вопрос. Кто привез в Калининград на Awage? Хоть что-то. Достаточно много. И у вас уже есть опыт. Вы должны на тех же вебинарах или там на других встречах, вы должны эмоционально рассказывать о своих результатах. Люди любят истории. Они любят теории, они любят истории, как у меня засияла кожа и вот все такие вещи. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы быть профессионалом в продвижении этой темы. Наши чаты. Наши чаты — это вообще нечто. Чат по покупочкам. Здесь идет такая очень-очень-очень кипучая жизнь. Просто наш каждый ключевой партнер знает, что буквально каждый день постоянно должно быть движение в чатах. Постоянно человек должен получать информацию о новинках, об эффектах. Здесь люди делятся своими заказами, делают фотографии. Все люди визуалы, они любят смотреть фотографии. Здесь также девочки делятся последними исследованиями. Вот новости с Мегафорума получили, естественно, сразу выложили это в чат, о том, что наша серия на Awage буквально обгнала по своим антивозрастным свойствам своих более дорогостоящих конкурентов. Это Estée Lauder и Lancome. Дальше. Здесь, естественно, девчонки наши делятся картинками, с помощью которых они осуществляют продажи через интернет. То есть, к примеру, картинка и небольшой какой-то текст. Это может быть текст обращения к своему знакомому в сообщениях, либо же это какое-то описание там, или отзыв, разные варианты, и девочки обязательно этим делятся. Также это могут быть фотографии о своих эффектах каких-то, до и после. Сейчас тоже очень популярно. Wellness.
У нас два чата wellness. Первый просто здоровье всей вашей семьи, где тоже мы обязательно показываем свою полочку, что есть у нас. Потому что если мы сами не принимаем и не говорим об этом, никто не будет в вашей структуре покупать wellness. И здесь обязательно идут, мы выкладываем видео. Не обязательно это ваши видео, просто найдите какие-то теплые отзывы из даже лидеров на видео, чтобы там просто консультантов, обычных покупателей в интернете. Расскажите об этом. Сейчас очень хорошо раскручен, естественно, канал YouTube компании. Там очень много информации, и видео, и wellness, и on a page, и вы обязательно тоже должны это выкладывать. Будьте на YouTube буквально. Снимайте свои видео, буквально там вот тоже уже говорили, как правильно наносить крем. Двухминутное видео снять, ролики воспринимаются до 5 минут. То есть вам не нужно рассказывать вот о комплексном уходе, конечно, кто это тоже хорошая тема для ролика, но достаточно, к примеру, рассказать теории и показать какое-то конкретно одно действие. Потом вы опять рассказываете в теории и показываете другое действие, будет много-много роликов. Один человек одно посмотрел, другой другое, и обязательно узнал о комплексе. Здесь идут дискуссии и о правильном питании, и, естественно, о физической нагрузке. И из Питера все знают, что в Питере прозвучала тема планки. Конечно, мы тоже поддержали эту тему и запустили в своей команде. И девчонки тоже делятся результатами. Кто слышал, что такое планка? Я нет. Это вообще классное упражнение, действительно классное, высокоэффективное упражнение для поддержания здоровья, тонуса, мышц, буквально, потому что воздействует практически на все группы мышц. С помощью танки можно очень хорошо крутить, очень хорошо крутить. И есть приложение на телефон, которое можно скачать, оно напоминает о тренировке, рассчитывает индивидуальные свои там параметры. Вот, и девчонки наши делятся. А что дальше? Планки еще раз? Как найти это на непрошлое? Просто упражнение в планке. И что еще важно? И в первом, и во втором чате мы обязательно показываем выгоду. Потому что ключевой партнер, главное правило ключевого партнера, это 150, одно из главных правил. И мы обязательно делаем скрины наших заказов и показываем, какую объемную скидку получает партнер, купив wellness или average, например. У нас есть отдельный чат еще по похудению, где еще и выкладываются наши завтраки, рецептами девчонки делятся. Также на планерках у нас обязательно покупатели wellness поздравляются отдельным списком. Это показаны ну вот команда Людмилы Пищниковой и показано количество баллов, на которые человек за каталог приобрел wellness. Вы видите, вот 116, 100 баллов, вот другая команда, поскольку один из моих вышестоящих лидеров Наталья Ильина, которую я обожаю просто. Вот, и я вхожу в ее команду, и вы видите, на слайде мы давали Екатерину 122 балла. Это какой-то каталог. Бывает больше wellness. Просто иногда еще wellness приходит в подарок, эти баллы не учитываются. И здесь есть еще вот такой важный момент. Когда мы стали очень много говорить про wellness life plus и о преимуществах для бизнеса приобретения именно этого комплекса, то у нас увеличились продажи этого комплекса. Не просто увеличились, они у нас появились. Продажи и покупки в тех городах, в которых есть сертифицированные вирусы. Почему же наши партнеры все-таки делают эти покупки? Во-первых, я уже сказала, фиксация на каком-то конкретном продукте, постоянная информация, просто чаты должны кипеть, вебинары, встречи должны быть эмоциональными, максимум именно позитивной информации, полезной для человека. Человек попробует, он получает свой личный результат. Начните с себя. Это называется, это я 10 лет назад. Вот моя планка и мой завтрак. И один из моих партнеров
девушка из Екатеринбурга, буквально за 3 месяца скинула 14 килограмм на Беларусь. Конечно же, она поделилась своей информацией, поделилась своей системой снижения веса, и, конечно же, люди захотели подхватить эту идею, чтобы так же выглядеть. Дальше. Обязательно мы показываем, и люди получают выгоды от того, что попадают в премьер-клуб. И наши партнеры понимают, что, к примеру, проще продать один набор на Вэйдж, один за 21 день, чем продать, например, 20 тушек, которые они потом еще должны 20 клиентам доставить домой. Ну, то есть это вот такие моменты, которые именно онлайн многих останавливают. Естественно, почему покупают серию на Вэйдж? Потому что мы постоянно об этом говорим, показываем свой собственный результат, и люди видят свой результат. Потому что вы знаете, что это, этот комплексный уход, эти средства действительно эффективны. И люди видят и сияние кожи, и уменьшение морщин, и какие-то еще другие эффекты. И, естественно, если же они не остались с нашими партнерами, то они обязательно останутся нашими потребителями в наших структурах. И вот какие результаты. После того, как в сентябре, это на тему, с какого раза они там начинают понимать, да? Вот смотрите, осенью была запущена система группы ускоренного роста. Вы видите, продавцы wellness и wellness в персональной группе менее 2%. И к весне wellness, это только wellness, 32%. То же самое с Novage. В чатах, естественно, публикуем отдельные посты о том, что я сегодня продала коллаген, ура! Я сегодня там заказала свекрови, ура! То есть вот такие посты, они увеличиваются с каждым потолком. У меня все.